Всем привет! Играем Эфарс без доната. Снимаем третий день турнира. Третий же, так, да. Что по защите? Ну вот, за последний день, по-моему, одно поражение было от Кузи, такого игрока. Ну, средняя у него защита. Есть и не очень хорошие герои. Спорные. Вот, отряды. Ну, молодец. Пробил мою защиту. Конечно, тоже не идеальная. Вот, ну, остальные три победы. Светлана последняя. Но тоже так себе. У нее по отрядам, да и герои стандартные практически все. Вот что на этого не прокачанную сил сервию поставила, непонятно. Так, Таня у нас в лидерах. Как вырвалась, так ее никто и не сместил. Так. Да-да-да, вот Аварта. В принципе, ничего у нее, герои тоже неплохие. Давайте попробуем сегодня что-нибудь отыграть. Дело в том, да, здесь синих нужно брать. Вот. Что интересно. Вчера отыграл без поражений. Даже сам удивился, как так у меня получилось. Играл в основном вот такой командой против красного центра. Да, я против нее уже тоже играл, кстати. Второй раз бью ее. Буду бить, точнее. Если я не путаю. Могу путать. Они все с этими медбами. Последняя аватарка из Вальгалы. Вот. Ну, я не думаю, просто может кого-нибудь еще подменять. Да нет, пойду так. Чё, как выпадет, так выпадет. В принципе, этот барон очень неприятный. Ну что-то... Камни есть, камней полно. 6 штук, и у меня уже должно быть... Угу. Должно быть... Должен был быть заряд. Но пока заряда нет. Так, и здесь отыграем. Так, и синих как-нибудь аккуратней. Как же их лучше? В Оксюмарышку, да, спустить? В принципе, все равно. Время подумать есть. А вот так вот давайте, чтобы потом... Да. Недооценил немного. Лечимся. И бьем. Скорее всего, вот сюда вот буду бить сейчас. Угу. Да, бык уже готов лечить наших друзей. А нам нужны... Ну, как бы пока везет. Немного. Но бык сейчас будет хилить. Да? Нет, не будет. Ну что же, хорошо. Главное не потерять нам красных. Вот теперь он лечит. Сколько там, пока они не зарядились, я еще раз хила отправлю, чтобы все были в порядке. Так, ну зарядилось это.
Дамочка. Но я думаю, она мне не страшна. Теперь сносим быка. Ну, как бы я перестраховался, подумал побольше. Но зато это принесло свои плоды. Достаточно уверенно провожу матч. Ну, камня. С таким камнем кто бы не уверенно его провел, да? В принципе. Вот. Ну, неплохо. Топ-20. Эта девушка забралась, ангел. Следующий соперник. Так, и тут нам нужен диспел. Ранг 941. Давайте диспела сразу поставим. Теперь такие вот порядки. Да? Ну, в принципе, нормально. Принимаем. Посмотрим, как это будет смотреться. Да, желтого я не взял. Аксюмары гибил на краях стоят. Ну, будем надеяться, что зайдет. Много синего. Надо было синих брать. Теперь тоже, да? Ну, пока вот так вот. Будем что-то пытаться вытянуть. А ничего не вытягивается. Давайте, пока все по центру. Стараемся как можно больше по центру. Так. Отлично. Красные, зеленые зарядились. Слишком много улетело камней. Но мы овер хпшку ставим. Теперь мы снимаем и готовим почву для пробива Аксюмары. Я думаю, с трех камней я же его одолею. Имеется в виду. Этого. Ну, давайте вот так вот пока. Да, одолел. Что теперь? Теперь вот так. Так, зеленых не хватает. Четыре камня сюда. Так, пошли, пошли бить. Очень больно. Очень больно. Так, зеленые заряжаем срочно. Лечение. Угу. Что дальше? Ну, вакуум мы пробиваем. И... Ну, надо этот край добивать, мне кажется. Так чисто интуитивно я это делаю. Потому что... Да, даже и... Эту даму тоже сюда. Все, что мне удобнее было скидывать камень в эти места. Так, ладно, пусть он заряжается сколько угодно, я тоже постараюсь. Угу. Ну все, самое опасное у нас это гибил. Его надо постараться устранить. Зеленые выходят. Еще. Да. Но мы успеем. Отлично. Ну, пока такая небольшая пауза. Хочу сказать по поводу новогоднего квеста. Призывал и вчера, и сегодня по 4 призыва, пока ничего не падает. В лучшем случае четверки. Поэтому я не выкладываю, потом в сводном призыве
Выложу, что конкретно мне падало. Ну, за декабрь. Как я это стал делать. Там удобнее будет считать. И подводить итоги. Вот. А, это Норит. Опять я его не узнал. Что-то не то. Почему Норит? Вроде был другой. Ладно. Это я все увижу на видео. Следующий. Ну что, здесь этот барон. И опять ставим синих. Синих Сейчас посмотрим. У него не очень, мне герой нравится. Ну вот это вот, к сожалению, я не поймал. Сейчас давайте посмотрим. Филиппа, да? По трем бьет. 270 тут удара по центру. И для каждого лица увеличивает атаку на 60. Да, с краю он здесь хорошо будет стоять. Но такие... Не сказал бы. Хотя отряды, смотрите, 15-е. Что должно немного напрягать. Зеленые. Зеленых красными бьем. Да, интересно. Интересно будет посмотреть на этот бой. Ну, сразу сделаем кристалл. Так, там синие зашли. Так, вот сюда три камня скину. Им уже этого будет мало. Теперь сюда. Так. Я не хочу взрывать. Чисто интуитивно пока. Прокидываю все это. Угу. И зарядился у нас оливьешка. О. Неплохо он, да, так по двоим ударил. Не успел я. Немного. По кому бьем? По тому, кто еще не бил, да? Раз. Два. И здесь с пяти камней я хочу убрать Сюзанну. Да, это у меня получается. И прежде всего синими уберу оливье. И заряжу еще раз. Так. Но все равно. Нам это уже не очень опасно. Берем Филиппа, потому что он неприятный. Там слишком мощный урон у него получается по трем. Если он остается последним. Вот. Но нормально. Довожу бой. Третий. Аккуратно играю. Вот. Ну, в принципе, герои мне тоже позволяют. И к поляна. Это все вещи делать. Так, давайте глянем. 637 место в топ-1. Неплохо пока иду. Кинг-Конг, да. Вчера тоже с ним бодался. Взял зеленых. И там камни мне нападало. Давайте повторим. Точнее, попробуем. Просто камень так под себя не подстроишь. Да. Кто там у него как раз по центру. В смысле, по центру. Этот. Стоит. Хёнер. Достаточно спорный персонаж. Но хороший. Я его выкинул. Тоже скормил. Теперь анализирую, стоило ли его скармливать или нет. Кинг-Конг. Да, он, видимо, ранг скинул и сегодня еще не бил. Не дошли у него руки до этого дела. Но так-то, в принципе, нравится мне моя команда.
А вот что будет с камнем, сейчас посмотрим. Так, ну пока так. Так, здесь мы зелеными. Угу. Слишком много камня заехало. Не туда. Так, ну здесь чисто. Да, можно было потерпеть немного. Ага. Приехали зеленые. Сейчас мы будем их убирать по очереди. Так, почему бью сюда? Давай. Да какая разница? Там распределение. Мы распределение убираем. С одного камня, я думаю, я его завалю. И так как у нас гибил уже все заряжено и почти готов. Как промахнулся? А, короче, не свезло. Гибил наложил промах. Причем там небольшой промах такой был. Такая вот команда. Так. Что теперь? Что делать-то? Ага. Да, обидно, обидно. Ну, давайте один камень скинем туда. Так. Ну да, к Маитати надо убирать. Какие у него жирные миньоны. Это мы продолжаем овер хп себе кидать. Ага. Ну. Теперь-то не промахнусь. И атаку Аксюмарышки мы понизим. Ага. Ай, зацеплю Аксюмары. Поздно заметил, что он заряжается. Но зато Камаитати упал. И Аксюмаре бьет не так сильно. За счет того, что я ему снизил атаку. Ну, в общем, банальные вещи такие объясняю. Так. А здесь бы хорошо камнем добить. Четвертый без поражений бой в третий день. Давайте уклониться. Нет. Наверное, не на эмках. Хотя у него все, по-моему, на эмках были. Но неплохо. Топ-1. 290 место. Так, самое интересное. Да, хорошая. Я и против него вчера тоже. На какой-то день сурка. Не помню, кем я против него шел. Возможно, брал синего еще. А синих можно тут брать. Они будут хорошо играть. Но и Немезиду хочется оставить. Понравилось мне с ней играть. Она так хорошо тянет. Но с другой стороны, 2-2-1 тоже хочется поиграть. Это будет достаточно надежно. То есть мне три цвета будут залетать. Все по-разному, конечно. А давайте для разнообразия рискну. Команда хорошая. Но план такой. В основном в центр все бить. Центр, говорите. А что-то в центре-то и не складывается ничего. Ну давай сюда. Да, пока не наш камень. Совсем. Здесь три. Здесь. По центру, да? По центру. Красные. Зеленые, зеленые нужны.
Так, мне здесь чуть-чуть свезло на самую крапулю. Теперь нужно срезать броню всем. Да. Не успел. Теперь немного жалею. Смотрите, какая это камаитати. Ну все, добивают меня, да? Быстро. Ничего не успел сделать. Давайте пробуем из последних сил. Не за меня тут летит. Все заряжает в товарища. И такое, по-моему, не вытаскивается. Ужас. Ну вот как пример. Да, когда что-то не заходит и все, и понеслось. Че, одним небесным быком и камнями я не сыграю. Что сделать-то? Да. Хотел как интересней. Ну, в принципе, неплохо. Ладно. Что переживать-то? У меня пока неплохая позиция. В турнире в топ-1 залетаю. Как-никак. Ну, да и все. Такой вот был бой. Неплохая у него команда. Аксюмаре, дебилы. Мне она нравится. Давайте посмотрим, вчера я его убил или нет. Надо будет посмотреть. Да, вот он. Надо будет посмотреть, как вчера я его. Какой команды. Наверное, зелеными там спокойно ходил. Но зеленых не залетало, по-моему. В этот раз много было красных. Ну, не знаю. Будет разбор полетов, когда посмотрю. Пока на своем месте остаюсь. В топ-1. Всем удачи в турнире. Давайте бейте этих топчиков. И пока.